Всем привет, это Айс, а это серия роликов игрушки WoW. И в этом ролике я расскажу вам, как получить предмет под названием «Выигрышная комбинация». Этот предмет продается у Бенджамина Броуда, который гуляет по вашему гарнизону, вне зависимости, играете вы за Альянс или за Орду. Поэтому все, что нам надо сделать, это найти его и выкупить у него этот предмет за 100 голды. По активации предмет выпускает фейерверки, ну а потом вы начинаете дэнсить немножко так. Если ролик был полезен, ставьте лайк или оставляйте комментарии, а еще лучше будет, если подпишетесь на канал, впереди нас ждут новые приключения. Спасибо за просмотр и до новых встреч, пока!